по чуть-чуть информации о себе, Саш. Я занимаюсь обслуживанием противопожарной системы. Так, обслуживание. Свободное время... Вы пожарник, знаю, получается, да, или нет? Нет, это немножко другое. Это другое чуть-чуть. Так, в свободное время что делаете? Ну, могу подрочить, например, что-нибудь такое. Лайтовое, короче. Ты вообще понял правила правильно? Да. Понял правила правильно. Я вообще с вашим творчеством не знаком, я так в перемотке посмотрел. А, ты всем незнакомым такое говоришь, да? Я очень расстроен. Я, кстати, работаю и дрочу. Я очень расстроен, что она задержалась на 15 минут шоу. Задержалась на... Господи, я видел, ты хотел уйти, да, в какой-то момент? Уже захотелось подрочить, да, побыстрее пойти? Не мог ждать, ты такой... Так, я сейчас уйду! Я хотел пописать, но я специально вызвал эрекцию, чтобы как бы не хотелось писать. Клевая компашка у вас, да, за столом?